Ну вот, на другом приемнике проверяем длинные волны. Одна станция. Довольно широко идет. Вот вторая станция. Немножко сузил полосу. Где-то поляки должны быть. Это уже три станции. Присутствие какое-то есть. Интересно, на длинных волнах. Азбука Морзе тоже может какой глюк. Или какой-нибудь приводной маячок. Так что похоже, что ВЭФ наловил много каких-то гармонических или, как говорят, зеркальных канальчиков. Спасибо за внимание всем.